Черный столб дыма вблизи Южной ТЭЦ привлек внимание водителей сегодня. В сети появились публикации с пожаром недалеко от теплоцентрали. А позже стало известно, что в одном из ангаров в промышленной зоне горели деревянные палеты. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 11:15. На борьбу с огнем были брошены силы 32 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. Угроза распространения была высока, но удалось предотвратить возгорание соседних построек. Сведений о пострадавших нет. Прокуратура устанавливает все обстоятельства пожара. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Прокуратура также поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой территориальными органами МЧС России по данному факту. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Напомню, это второй крупный пожар за последние двое суток. Накануне больше 20 часов тушили пожар недалеко от Пулково. На Волхонском шоссе горело производство мебели и гофрированных труб. С огнем боролись почти сотня спасателей.